Потому что я его поюзал немного, то я чуть не влюбился в него с первого взгляда. А потом посмотрел картинки, там были мои друзья, вообще картинки. Было много классной музыки, фильмов, несколько фильмов. Ну, было классно. Счетчик по нулям, время пополам. С чистого листа начнем сначала. Просто на седьмом небе часик, когда я шел по городу в наушниках с такой крутой штукой с Армани. Если шел ко дну, поймешь, о чем я. Когда я понял, что его нет в куртке, то я жутко, просто жутко испугался. Я не мог поверить, что это случилось со мной. Мне мелькнула надежда, что я смогу его найти на улице. Я быстро оделся и побежал. Я знаю, что чудеса бывают, но это был не тот случай. Я сидел на диване, у меня было куча мыслей, и ни одной из них не было утешительной. Мне казалось, что жизнь закончилась, что я просто не представляю, как жить дальше, что делать. Ведь он стоил целую кучу денег. А к тому же, наверняка там было очень ценно для моего друга информация. И подошла к Максиму и пожалела его. Когда Максим закричал, что он скоро вернется, я не придал никакого значения. Но когда супруга пригласила пить чай, и он отказался, я подумал, что моему сыну нужна помощь. Когда Владимир пошел говорить с сыном, я поняла, настало время для моей молитвы. Города, расстояния. Я не знала о чем, но в простоте сердца я попросила Бога, чтобы он вмешался в эту ситуацию. Когда я зашел на кухню и увидел, что у Максима нет лица и он опечален, первым делом я сел для того, чтобы обговорить и помочь ему. Второе дыхание, встречи и расставания, на страницах послания. Привет, сынок. Что случилось? Чего заснул? Пап, а что ты бы сделал, когда ты, если бы твой телефон был кто-то поломал? Ой, ты о моем телефоне? А о чем ты телефон? В чем проблема? Ты знаешь, пап, я взял у Олега телефон, послушать музыку, посмотреть. И потерял его. Как это произошло? Я не знаю, я и шел, и все было нормально, потом положил в карман и пришел домой, его нет. Это какой работа? Я постоянно говорил Максиму и обращался не прикасаться к чужому.
я всегда слушаюсь маму и папу, и не игрушки чужие не беру. В этом вопросе я также полностью доверяю мужу. Думаю, это очень мудро научить детей не брать чужие вещи. Сынок, ну мы с тобой договаривались не брать чужие вещи, особенно дорогие. Что ты планируешь делать? Ну, он мой друг, я не хочу отмораживаться и ничего не говорить ему. Ну, а как ты планируешь отдать ему? Знаешь, пап, я уже сколько куплю на дневник, но я уже насобирал $400. Я хочу ему эти деньги дать. Но этого недостаточно. Где ты планируешь остальные деньги взять? А может, ты мне поможешь с работой найти? А мне очень больно, Максим, то, что ты ослушался и что ты взял чужую вещь. Хотя я предупреждал тебя. Но я вижу твое сердце, и я помогу тебе. Мы вместе решим этот вопрос. Мне было очень трудно позвонить моему другу, набирать цифры. Мне все волновало, у меня руки дрожали. Но после разговора папы я понял, что это очень важно, и надо ему позвонить и сообщить это. А когда мой отец купил мне классный велосипед «Украина», я первый раз выехал во двор к своим друзьям. Мой самый лучший друг попросил: «Дай, пожалуйста, прокатиться». Знаете, я сам еще не накатался, я сам еще не получил удовольствия от велосипеда, но я дал ему. И когда он приехал с веснёркой на колесе и с согнутой рамой. Знаете, это была такая огромная печаль для меня. Это было настолько большое огорчение, такое большое огорчение. И с того момента мой отец научил меня, никогда не прикасаясь к чужому. Священное Писание говорит нам, одна из 10 заповедей: не пожелай ни того, что у брата твоего, ни того, что у друга твоего. Зачастую мы и наши дети, они, видя какие-то пестрые, какие-то лучшие вещи, нежели есть у них, им хочется, и они хотят это иметь, и они хотят этим обладать. Но Библия говорит: не пожелай. Когда мы нарушаем одну из Божьих заповедей, приходит ответственность и приходит... И самое удивительное, именно в тот момент, когда мы нарушаем, именно в тот момент получается, что что-то потеряли, что-то ломается или происходят какие-то проблемы. Из всего этого я хотел бы извлечь урок и показать моим детям. Первое. Не пожелай чужого. Пусть никогда наше сердце не наполнится зависть. Пусть никогда наша рука не протянется к чужому. Библия говорит: когда я благословлю тебя, ты будешь давать взаймы, но не будешь требовать. Ты будешь давать и не будешь просить обратного. Вот это есть благословение. Вот это есть роль главы первого, а не хвоста. И также это большой урок для меня. Не сорваться, не разгневаться, не начать упрекать и не начать травмировать своего сына. Но моя ответственность в любой ситуации вместе с сыном, вместе с моими детьми выходить из любых сложных ситуаций. Не бросить, а помочь ему вместе выйти победителями. После моей бессвязной глупой речи я был очень удивлен, когда он меня простил и сказал, что он может найти такой же телефон, даже дешевле. Для меня стало большим чудом, что эта ситуация так решилась.